Нужен командир одного из подразделений украинской нацгвардии Исам Мунаев, ранее воевавший против федеральных сил в чеченских кампаниях. О гибели так называемого бригадного генерала Ичкерии сообщил на своей странице в Фейсбуке командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Он назвал Мунаева боевым товарищем и воином с большой буквы. Обстоятельства гибели неизвестны, упоминается лишь, что это случилось в Дебальцево.